Уже 20 лет 2000 харьковчан борются с властью за свои огороды. Сегодня в отражении Лидия Смачко, член правления общества обработки земли «Рассвет-2000». Здравствуйте. Здравствуйте. И Надежда Колезник, также член правления этого общества. Также Анатолий Радзинский, депутат Харьковского горсовета. Добрый день. Здравствуйте. В 90-х годах на Салтовке между Блюхера, улица Блюхера, Светлая и Кольцевой дорогой появилось несколько десятков или сотен огородных участков. С того момента прошло очень много времени, я так понимаю, множество раз ваши огороды хотели, вас оттуда хотели выгнать и что-то там построить. Как сейчас обстоит ситуация? Вот вы можете как бы предысторию этого вопроса рассказать? Ну, я нахожусь на седьмом поле с 92-го года. Когда мы сели на это поле, у нас было поле очень густонаселенно. Там было очень много общества. Потом где-то в 2003 году люди потихоньку уходили. Их никто не выгонял. Ну, бросали участки, были старые, и бросали. Я в то время находилась, мое общество называлось «Дружба-92». Мы занимали тогда 118 гектаров. У нас было 7 отделений. Вот. Ну, мы как бы посидели, мы года 3 или 4, люди стали уходить, и нам пришлось, как вот сейчас, мы пришли к этому моменту, мы людей стали переселять. Аннулировали 6-е отделение, 7-е и 5-е. У нас осталось 4 отделения. Тоже было болезненно, люди переживали. Что, ну, значит, как... извините, что значит расселять? Переселять. Переселять на другие свободные участки. Переселять ближе, потому что земля, вот здесь один обработанный участок, а кругом не обработан, одни бурьяны. А мы же бурьяны не можем охранять. Скажите, как люди становятся огородниками на этом вот большом поле? То есть это они просто сами могут прийти, взять какой-то кусочек земли, обрабатывать или нет? Ну вот и старшая, я была, приходили, спрашивали, где есть земля. Мы садили, спокойно садили. Есть участок свободный, мы давали людям участки, и они обрабатывали. Скажите, ваша проблема сейчас заключается в чем? Вы можете пользоваться своей землей официально? То есть вы имеете какое-то там право на пользование этим огородом? Эти земли как огородные считаются или нет? Ну, эти земли мы сейчас... Ну, я, может быть, больше скажу юридически, да? Дело в том, что так сложилось, что сегодня это право исключительно моральное. Потому что эти люди больше 20 лет там находились, больше 20 лет обрабатывали эти земли. Это тысячи человек. И, ну, так сложилось, условно говоря, такой обычай. За это время юридически произошло очень много всего. Изначально, когда в 90-е эти люди пришли на эту землю, ну, их вынудило туда прийти безденежье и голод, который тогда был. И другого выхода, кроме как выращивать там что-то, ну, у них не было для того, чтобы как-то прокормить себя и свою семью. То есть прошло 20 лет. Через пару лет после того, как они туда попали, у них были оформлены договора аренды. С кем? Тогда это было, как ни странно, Московский районный совет. Да. Извините, как это у вас тогда получилось? Достаточно очень редкий случай, когда огородники могут заключить договор аренды с районными властями. Ну, это было временно, на 3 года заключали. На 3 года, да. На 2 года. Понемножку нам заключали. Каждый... Вам легко получилось это добиться? То есть вам сразу пошли навстречу? Это было очень сложно. Но добились. Ну, акции протеста делали там? Или что, да, вы делали? Да, выходили на площадь. Перекрывали. Перекрывали дороги. Вот. Ну, ну вот, и потом оформили на три года, потом еще раз на 3 года оформили. А потом у нас местные власти забрали вообще землю и раздали в каком эти 728 гектар в 2010-м, да? 2000. Да. Поэтому было возбуждено уголовное дело, я правильно понимаю? 2000... Дело в том, что, вот как правильно сказали, ну, огородницы со стажем, то есть это люди, которые, ну, с самого начала они стояли у истоков этого движения, и поэтому они знают о нем все. Вот. И несмотря на многочисленные обращения этих огородных обществ оформить эту землю либо в собственность, либо в аренду, ну, им либо отвечали отказом, либо вообще оставляли без ответа. То есть тогда эта земля находилась в Харьковской области, она находилась в Харьковском районе.
Все это закончилось тем, что в 2007 году одно юридическое лицо получило право аренды на все эти 700 гектаров в обход этих огородных обществ. Вот. Дальше оно каким-то образом отказалось от этих прав, и эта земля была передана в собственность 350 студентов, ну, которые там проходили мимо и случайно им эту землю отдали. Эти студенты сразу же по доверенности продали эту землю трем юридическим лицам. И как я об этом узнал? Я узнал об этом, баллотируясь в Харьковский городской совет в 2010 году по мажоритарному округу, который был рядом с этими полями. Ко мне пришли эти люди, рассказали о своей проблеме и попросили помочь. Они на самом деле ходили ко всем. То есть они ко всем ходили и ко всем просили помочь. Поскольку я был юристом, вот, то для меня помощь означала конкретные юридические действия. Мы подали в суд, мы судились больше 4 лет, с 2010 года вот, по 2014. Непосредственно я представлял интересы этих людей в окружном административном суде Харьковской области, как огородных обществ. Параллельно были судебные процессы прокуратуры, уголовное дело и так далее. И вот за эти 4 года была проделана огромная работа нами совместно с руководством города, вот, которая привела к тому, что теперь эти земли снова стали государственными, раз, эти 700 гектаров. И второе, что очень важно, что эти земли теперь больше не относятся к землям Харьковской области. Харьковский городской совет и районный совет Харьковского района проголосовали, Верховная Рада утвердила включение этих земель в состав города Харькова. И главное, изменение целевого назначения этих земель. Если раньше это были сельскохозяйственные земли, и на них можно было выращивать рожь или там садить помидоры, огурцы или картошку, то сегодня это земли под жилую застройку. И только от нас зависит, то есть какая это будет застройка. Либо это будут многоэтажки, которые, ну, непонятно когда будут, и нет денег их построить в ближайшие десятилетия. Либо это будет жилое строительство под индивидуальные дома. То есть эта земля раздастся людям, жителям Московского района, по 8-10 соток, и для того, чтобы они могли построить там свой дом и улучшить свои жилищные условия. А как же быть смеющимся у нас с обществами огородников? Как вы вообще относитесь к, как бы, переформатированию вашей проблемы? Ну, понимаете, мы огородники оставляем. Вот мы выделили участок, вот у меня сейчас на 7-м поле, 180 участков огородников. Мы хотели по 10 соток, они говорят, намного. И мы 10 соток делили по 5 соток. Даем по 5 соток, ну, огородники эти. А те, которые писали, допустим, так, ну, на сад огород, ну, на будущее дальше смотрят. Те, да, все, да. Те всем по 10 соток. Писали заявление, все, мы ни одному человеку не отказались, все заявления лежат, и все. А как люди вот, получают информацию о том, как идут, вот, например, административные, как решается ваш с административной точки зрения вопрос назначения земель, вот этого перевода в областных земель, в городские земли? Кто-то это вообще все знает? Как это происходит? Информирование? У нас же проходят собрания на полях. Вот. Да. И вся информация вот там они получают. И какие общие настроения? Положительно. Люди все надеются, что получат землю под застройку, mm-hmm. благодаря Радзинскому Анатолию Анатольевичу. Вот. И Геннадий Адольфович нам обещал, сказал, дал команду, чтобы мы приводили порядок поля, чтобы собирали, готовили пакеты документов на каждого огородника, и эти документы, чтобы передавали ему, даже перечислил, какие документы были. Должны быть в этих пакетах. И сколько людей собрало уже документы? Ну, 2000 примерно. 2000 у нас, да, около 2000. То есть фактически получается, что 2000 участков, ну вот, люди, если соберут документы, что это будет? Как движется этот процесс? Всего несколько месяцев назад мы получили возможность организовывать сбор таких документов. Почему? Потому что всего несколько месяцев назад возникло решение, последнее решение очередного суда, о регистрации за городом этой земли с целевым назначением под жилую застройку. Земли 700 гектаров. Нужно распределить эту землю между людьми. А мое глубокое убеждение, что моральное право на получение этой земли имеют жители Московского района, которые 20 лет боролись за эту землю. Поэтому мы не ограничиваемся там 2-3 тысячи, или 3 тысячи, или 4 тысячи. То есть сегодня мы предложили всем жителям Московского района стать членами
огородного общества вот, Светанок 2000. Огородное, потому что традиционно вот оно так называлось огородное. Там есть огородное. Еще лишние земли, то есть больше, чем... Конечно. Дело в том, что там могут получить участки до 10-15, это может быть даже 1000 жителей Московского района. То есть, если разделить, там 5-7 соток, 10 соток, ну, разные, да, то есть, и получится приблизительно такие количества. Поэтому мы предлагаем писать заявление о вступлении в общество по совместной обработке земли Светанок 2000. Это можно сделать в любой день в моей приемной, которая находится на улице Героев Труда 28. Особенно акцентируем внимание, что это делается бесплатно. В заявлении так прямо и написано, что прошу принять меня в члены общества без начального взноса. Почему? В чем разница? То есть существуют две категории членов вот этих вот обществ, общества, которое занимается этой землей. Первое – это огородники, которые непосредственно используют эту землю под огороды. Они там что-то выращивают и так далее. Вообще, эти огородные общества являются уникальным примером самоорганизации граждан. В прошлом году 8 огородных обществ объединились в одно. Это уникальное явление. В Украине делятся партии, делятся бизнесы, люди расходятся. Ну, все происходит, да? И только вот в Московском районе 8 огородных обществ, объединенных одной общей целью, решили объединиться. Поэтому мы видим тут двух представителей, двух руководителей этих огородных обществ, которые переступили через свои амбиции руководителей отдельных обществ и стали членами одного большого правления, одного большого общества. Вот. Соответственно, то есть есть две разные категории огородников, так называемых. Первое – это те, кто там будет выращивать как огороды. Вот Эрнестовна о них говорила. То есть это люди, которые будут там что-то выращивать, соответственно, они самоорганизовываются, могут собирать какие-то деньги там, на дороги, там, на охраны, на воду, на полив, там, на установление столбов, для того, чтобы это все происходило. И вторая категория – это люди, которые не хотят использовать эти земли как под огороды, а хотят четкой их приватизации для строительства жилого дома и для улучшения своих жилищных условий. Но разве огородники не хотят того же самого? Не все. Приватизации жилого дома? Нет, огородники не все, они не хотят, я же говорила. Они говорят, нам хоть дайте 2,5 сотки или 5, но мы не хотим не строиться ничего. Ну, уже... Мы хотим выращивать картофель, да, помидоры. В чем разница? Дело в том, что целевое назначение под жилую застройку – это лучшее целевое назначение из всех возможных для земли. Почему? Потому что на нем можно и выращивать огород, и сад, и дача, и дом. То есть все, что угодно, все, что хочешь, все делай. Поэтому для людей, которые хотят там построить дом, мы обеспечиваем бесплатно подготовку документации для подачи пакета документов на получение этого земельного участка в собственность, на его приватизацию. Эти документы подаются в Харьковский городской совет. Сопровождаем эти документы для того, чтобы сделать все, чтобы Харьковский городской совет принял положительное решение. Первая так называемая сессия, на которой дается разрешение на разработку землеустроительной документации. Потом мы бесплатно, я бесплатно помогаю этим людям разработать землеустроительную документацию. Вот. И подать пакет документов уже для второй сессии, на которой должно быть принято решение о передаче этой земли в собственность этих людей. Как вам удалось без скандалов распределиться вот по участкам? Вы знаете как? Вот как мы вот делали, я хочу остановиться на этом моменте, как огородники. Мы для огородников, но там все пожилые люди, мы оставили от дороги, от города, от улицы Светлой, самые близкие поля. Мы отвели самые. Огородникам. Самое близкое. Вот тут приехал автобус и сразу посадочку перешел, там 10 метров, и тут начинаются огороды. И здесь почти все чистые огороды. Почти все чистые. А сады мы перели подальше туда, к окружной дороге. То есть те, кто хочет там делать сады. Да, ну он будет строиться все эти, более-менее, может быть, есть крутые. А те, которые вот на огороды, они взяли, мы дали близко возле города, чтобы... То есть это по вашему решению было распределено, да, где будут огороды, а где будут там строить дома? Направление решили. А почему вы не хотите сделать приватизационный пакет документов на ваши участки?
Как мы делаем? На все участки будет сделан приватизационный пакет документов. Просто есть люди, которые говорят, ну, знаете, вот есть люди в возрасте, то есть это люди, которые, ну, очень многое прошли, им там по 70 лет, по 75 лет, они не привыкли брать все. Они говорят, ну, 10 соток для нас много, мы вот 2,5 ну, возьмем, да, или там 3, или 4, или 5. И это их желание. То есть мы идем им навстречу, и, безусловно, мы... Я помогу оформить пакеты документов для всех категорий. И на 3 сотки, и на 5, и на 8, и на 10, как получится. То есть сегодня происходит процесс сбора заявлений. То есть каждый огородник будет иметь документ на свой участок, так? Мы сделаем все, чтобы каждый огородник получил право собственности на свой участок. Все, что будет зависеть от меня, я все сделаю, все юридически подготовлю, буду сопровождать без денег, безоплатно. Будет работать и работает сегодня команда юристов, команда землеустроителей. И я очень хочу надеяться для того, что у нас будет положительный результат. Все люди получат землю, и я сделаю для этого все возможное. Не получится ли так, что вот те новые люди, которые захотят иметь участок для ведения жилищного строительства, которые вот сейчас, услышав эту программу, придут и начнут писать заявление, не получится ли так, что, ну, как вы сами можете себя застраховать от того, что огороды опять будут либо подвинуты по территории, либо как-то отодвинуты, либо вообще как бы, ну, не будет там огородов? Такое не случается? Мы же разрабатываем планировку сначала на поля. Делим это поля согласно новой планировке, учитывая желание огородников. У нас огородники разделились на желающие иметь огороды и желающие иметь участки под застройку согласно их заявлениям. Они приходят и пишут по огородничеству или под застройку. И учитывая вот количество заявлений под огороды, мы считаем, сколько примерно нужно участку под огороды, сколько остальное будет под застройку. Вот таким образом. И как много у вас пенсионеров? У нас почти все. Да, почти это, все пенсионеры, они работают на свои семьи, потому что дети заняты работой, после работы приходят им не до работы на участке. А пенсионеры, бабушки, дедушки своих детей подкармливают. Скажите, какой был самый тяжелый период у вас в вашей борьбе за эти земли? Ой, когда у нас забрали местные власти землю. Когда забрали огороды, пришлось нам судиться и подключать вот нашего... Погода не нашли, да. Родзинского, нам, да, было очень тяжко, мы когда его нашли. Мы ее, считай, потеряли, эти земли. Поэтому почему мы сегодня здесь собрались и боим? Мы не хотим второй раз терять эти земли. Не хотим второй раз. Вот благодаря ему, вот это мы тогда выиграли все суды. И апелляционный, и такой суд. Мы ходили, наверное, целый год. Да, мы ходили, на суды ходили. И меня Киевский суд вызывали еще. Куда только не вызывали, мы давали везде показания. Но это самое. Так что мы боремся, чтобы нам оставили этот клочок земли. Как бы то ни было, посмотрите, пенсии маленькие сейчас, да? И там, вот, допустим, у меня на огороде, ну, у меня все, здесь своя клубника и малина, и картошечка, ну, все, я ничего не покупаю, понимаете? А что с этой пенсией, когда сейчас... И как бы возле города, да? И возле города, да. А я именно рядом живу, я перешла дорогу, и тут у меня закатило, там, петрушку сорвало. И все, вот, огороды, все близко. Но огороды чем? На огородах сейчас... Категорически запрещается садить деревья. Если сад, пожалуйста, сади. А огороды, вот он, Владимир Алексеевич, который сейчас помощник, это, он говорит, на огородах не сажать деревья, потому что это чисто огороды. А на садах, пожалуйста, садите деревья, что хотите. Там малину, какой-то кустарник мы можем на огородах. А деревья категорически нельзя. Но это огород есть огород. А когда будет вот четко уже понятно, что люди действительно имеют эту землю, у него такое-то назначение, вот, когда будет все это внесено в общий городской реестр, так правильно я понимаю, земельный? Эта земля уже сегодня находится в городском реестре. Я уже говорил, что несколько месяцев назад было последнее, я надеюсь, решение судебное в этой эпопее, которым эти земли были зарегистрированы за городом. Да, то есть суд обязал государственную регистрационную службу зарегистрировать эти земли за городом, ну, просто выражаясь, и с целевым назначением под жилую застройку.
мы уже начали процесс оформления документации для того, чтобы документально, землеустроительно разбить эту землю на участки, для того, чтобы ну, как можно большее количество жителей Московского района получило эту землю себе в собственность. Начав это оформление, мы столкнулись с чем? Что около половины этой земли считаются особо ценной, они имеют статус особо ценный. И в чем их ценность? Черноземы. Ну, то есть мы разбираемся, то есть сейчас происходит оформление документов, ну вот черноземы. А это что значит? Это значит, что на около половины этих земель для того, чтобы их приватизировать, необходимо разрешение Верховной Рады Украины. Вот. Узнал об этом, соответственно, ну, поскольку я раздал уже такое количество авансов на то, что эта земля будет приватизирована ну, за людьми, вот, что было принято решение о том, что вот я буду выдвигать свою кандидатуру в Верховную Раду Украины для того, чтобы лично проконтролировать принятие Верховной Радой решения о разрешении приватизации людям этой земли. А разве граждане Украины не имеют права на землю с черноземом? Каждый человек имеет право на землю, мы же помним, так? Конечно, но у нас есть земельный кодекс, в котором написано, что на приватизацию так называемых особо ценных земель, то есть необходимо разрешение Верховной Рады Украины. Таких земель там половина. Поэтому сегодня мы производим подготовительные работы, они уже идут полным ходом. Вот, мы изготавливаем землеустроительную документацию, расчерчиваем, какой участок земли является особо ценным, какой нет. То есть на участке земли, которые не являются особо ценными, мы можем их готовить пакеты документов ну, в самом обычном порядке, вот то, о котором мы говорили. Готовим пакет документов, подаем на городскую сессию. То есть одновременно будет подано... А чернозем находится сразу возле дороги или посредине этого поля? Выясняем. То есть я думаю, что чернозем находится... То есть его там много. То есть часть этих земель, они считаются... то есть и там чернозем. Просто там есть какой-то особо ценный чернозем. Вот, а есть менее ценный чернозем. И несмотря на это, раньше власти хотели отдать в аренду под жилую застройку каким-то неизвестным студентам. Я правильно понимаю? Безусловно. Но они же их нет не совсем. То есть власти отдали эту землю, но неизвестным студентам. Но у нее было другое целевое назначение. Это целевое назначение было под землю для ведения сельского хозяйства. То есть 350 студентов, которые никогда не держали там в руках ни лопату, ни грабли. Ну, они могли нанять трактор, правильно? Ну, теоретически, потому что им раздали по 2 гектара, то есть нормально. То есть я, наверное, не в том вузе учился в последние там, 20 лет. Вот, потому что не знаю, где в вузах, где можно стать студентом и получить 2 гектара, просто проходя мимо. Тем не менее, то есть там было другое целевое назначение для ведения сельского хозяйства. Сегодня эта земля имеет назначение под жилую застройку. И для приватизации этой земли под жилую застройку необходимо разрешение Верховной Рады Украины на половину этих земель. Мы выясняем, на какие земли необходимо. Ну, значит, выясняем. То есть мы не можем просто ткнуть пальцем. То есть мы все расчерчиваем. То есть на этот кусочек, да, то есть на, там, допустим, эти 50 гектаров, там нужно разрешение, на эти не нужно. Для того, чтобы разделить все на улицы, там, прочертить, для того, чтобы было движение, выделить участки земли там, по 5, по 7, по 8 соток, ну кому сколько. И для того, чтобы предложить жителям Московского района, членам огородного общества «Светанок», уже конкретный участок земли. Более того, они провели жеребьевку. То есть это все достаточно справедливо. То есть, ну, как бы нет жеребьевка такого... относительно того, кто где будет находиться? Да, конечно. Скажите, как это вам удалось мирно это сделать, жеребьевка? Харьков это специфический город. Понимаете, я что-то как-то. Понимаете, были и конфликты. Но понимаете как? Вот, допустим, 9-е поле у нас рядом. Людей переселяли на 7-е поле. Мы оставили 2 поля, 5-е и 9-е, потому что переселяли людей, освобождать, ну, чтобы не были одни кусты по этому. И переселяли. А как переселить, понимаете? Значит, мы должны жеребьевку тянуть. Вот у меня на 7-м люди, вот я сижу на своем участке, у меня чистейший огород, ни одной травинки нету. А у людей грязные огороды. И вот все хотят на чистом. А как делать? Значит, только нужно проводить жеребьевку. Когда это самый справедливый способ. Что я вытянул, то и мое.
Вот и все. Вытянула. А как же малина посаженная, клубника? Ну, а малина это трава. Малина это трава. Это через год. Сегодня посади, и она уже весной тебе дойдет. То есть вы хотите создать как бы компактное место нахождения огородника, правильно? Да, то есть для чего это делается? Ну, во-первых, с там, другого поля, ну, их никто не выгоняет. Да? Им, наоборот, предлагают еще один участок, что хотите. То есть вот и там можете делать, но там просто сложно за ним как бы смотреть. Да, и вот и здесь можете, как хотите. Почему? Потому что мы уже говорили в этой программе об этом. То есть есть два типа желающих пользоваться этой землей. Первая – это под огороды, вторая – под жилую застройку. Под жилую застройку ему все равно какой там участок чистый, грязный, имеется в виду, там, ну, растет там малина или не растет, но он не будет, человек не будет на нем ничего сажать, выращивать и так далее. Да? То есть мы будем просто помогать ему оформлять пакет документов для приватизации за ним этого участка бесплатно в собственность, ну и все. Есть люди, которые на нем выращивают, но что-то, да, то есть как бы используют его под огороды. Это две сотки, три сотки, пять соток, неважно. Но это же земледелие. Там нужно отбить дорожки, то есть там нужно сделать там заграждение, чтобы не рос бульян. Там нужно подвозить воду, ну масса каких-то вещей, да, там охранять и так далее. Почему? Потому что, ну, если этого не делать, ну, завтра с этого огорода выкопают всю малину, которая там была, и выкопают всю картошку, и ничего никому не останется. То есть производится целый комплекс работ. Соответственно, для того, чтобы компактно это сделать, для того, чтобы... Опять же, что такое общество огородников? Это пример самоорганизации. То есть, когда люди сами организовываются, и кто-то вкладывает там свой труд, кто-то приглашаются какие-то наемные там, люди, да, которые там кто-то охраняет, кто-то делает дорожки, кто-то вспахивает, кто-то грейдером, там, ну, покупается ГСМ и так далее. То есть, это процесс, который идет. И сами по себе там ни малина, ни яблони, ни картошка не растут. За ними нужно смотреть, нужно охранять и делать целый ряд работ. Поэтому их легче делать, когда поле компактное. Условно говоря, там на одно поле, допустим, там одни огородники, там другое поле, люди, которые хотят построить дома. Огородники тоже могут построить дома. Просто есть люди, которые группируются. Условно говоря, можно сгруппировать людей по признаку. Одни хотят только огороды, вторые хотят только дома, третьи хотят и огороды, и дома, четвертые хотят сады. Вот. Целевое назначение, жилая застройка позволяет сделать все. Любое назначение. Много ли желающих появилось после того, как земля изменила свое назначение и вообще перевелась как бы ваше фактическое пользование, правильно я понимаю? Много ли появилось желающих тоже иметь как будто бы огород? Очень много, да, появилось. И как вы их отсеиваете? Или кому наоборот приглашаете? Никого не отсеиваем. Мы каждый документ принимаем, каждым и помогаем. И даете землю? Пока еще, да, мы те, формируем, которые. Да, формируем. Да. И дело еще, знаете, очень хорошо, когда вот раньше у нас было поле, у нас были дорожки по 70, по 80 сантиметров, а потом по 60, потом по 50. Тачка маленькая, мы все с тачками едем, уж на себе не будем таскать. А сейчас мы прорезаем дороги по 7 метров. Машина пройдет спокойно туда. Вот смотрите, вот участок, вот здесь идет дорога и вот участок. Он на машине проедет или так, ну, 7 метров дороги. Да. Ну, то есть как бы более цивилизованно стало. Совершенно поле, верно, дорожка. Да. И мы делаем что для людей. Я хотела сказать, что у нас на 10-м поле проблема. 10-е поле засыпает мусором. Мусором, который этот... Ну, это же сторож должен следить ваш, какой, да? Сторож. Глиной засыпает, глиной засыпает строительными отходами. Вот. И в основном это делается зимой, когда там никого нету. Нет огородников там. Приходим весной, даже в этом году нам даже на дорогу, которая въезд на 10-е поле, высыпали кучу глины. И вы посмотрели, что там делается. И все вот это с одной стороны засыпается, с другой стороны засыпается. И уже на 10-е поле с трудом проезжает легковой автомобиль. Вот. И никакого спасения нету. Возле 5-го поля... Это означает, что нужно каждую весну расчищать, вывозить и делать за кого-то, ну, чужую работу. Вместо того, чтобы кто это делает, он же знает, кто это делает. Вместо того, чтобы отвезти это на свалку или на полигон, за него это делают вот огородники. Очень коротко, можете, мы должны уже заканчивать.
Такая огромная проблема есть в каждом городе Украины. Есть ли возможность, или, возможно, у вас есть такой план писать законопроект относительно, как решить вот такие вот проблемы огородников? Дело в том, что данная ситуация является уникальной. Почему? Потому что нигде в черте города нету участка земли 700 гектаров свободного, в Харькове, на котором ничего нет. Очевидно, только в другом городе есть. И в другом городе такого нет. Это уникальная ситуация, связанная с тем, что люди 20 лет находились на этой земле, 20 лет за нее боролись, и за 20 лет им удалось добиться, ну, не просто там, того, что они остаются на этой земле, да, то есть, а то, что эта земля стала городской. То есть, по сути дела, последним судебным решением в 2014 году земля стала городской. И поэтому сегодня вот, мы можем там подвести пунктир под 4 годами моей работы, которые могут иметь последствия, что люди получат эту землю в собственность бесплатно. То есть им для этого можно и нужно написать заявление в мою приемную, которая находится на улице Героев Труда 28 или в Общество огородников, и мы бесплатно подготовим пакет документов и будем сопровождать процесс оформления и добиваться разрешением Харьковским городским советом решения на приватизацию этой земли и Верховной Рады Украины тоже. Мы сделаем все возможное. Спасибо всем. Напомню, сегодня в отражении были Анатолий Родзинский, депутат Харьковского горсовета, Лидия Осмачко, Надежда Колесник, члены правления Общества обработки земли «Рассвет-2000». До свидания. До свидания.